Здравствуйте, меня зовут Ольга Ингрия, и в этом видео я хочу вам показать, как вяжут крючком резиночку. Чтобы связать резиночку спицами, вам нужно использовать лицевые изнаночные петли, а для вязания резиночки крючком могут использоваться два способа. Это вязание выпуклых и вогнутых столбиков и вязание за заднюю полупетлю. И вот этот второй способ я вам сейчас покажу. Вы видите, как выглядит резиночка, связанная этим способом. Она очень хорошо тянется. С одной стороны она вот такая зубчатая, а с другой я ее делаю плоской, как обычная вязка крючком столбиками без накида. Резиночка эта вяжется поперек, и благодаря этому очень удобно контролировать длину нужной резиночки. Можно использовать ее на манжеты, в свитерах или в каких-то варежках, перчатках, связанных крючком, на воротнички. Тоже можно использовать. В первом ряду вы набираете воздушные петли, чтобы у вас была достаточная ширина резиночки, и дальше вяжете поперек, пока не дойдете до нужной вам длины резиночки. Чтобы не ошибиться уж совсем точно, вам нужно будет в конце вязания смочить и высушить деталь или обработать ее паром. Тогда резиночка уже примет свой окончательный вид, и вы точно будете знать, сколько же сантиметров в длину этой резиночки вы связали. А сейчас приступим к вязанию самой резиночки. Итак, чтобы связать резиночку, я должна набрать начальное количество петель, чтобы его хватило на нужную мне ширину резиночки. Я взяла линейку, чтобы контролировать нужную ширину, и свяжу для начала 12 воздушных петель. И смотрю по линейке, 12 воздушных петель мне дадут резиночку шириной 4 сантиметра. Как раз такой, какой мне и нужно. Поэтому я вяжу одну петельку подъема и вяжу 12 столбиков без накида. Линеечку я убираю, она мне больше не понадобится. Итак, в первом ряду, чтобы связать резиночку шириной 4 сантиметра, я набрала 12 воздушных петель и вяжу 12 столбиков без накида. Дошла до конца, делаю петлю подъема, поворачиваю, прокладываю хвостик вдоль края вязания для того, чтобы его спрятать. И вяжу следующий ряд тоже, как обычно, 12 столбиков без накида. И одновременно прячу хвостик, промежуток между столбиками. Я люблю прятать хвостики сразу же, не оставлять их на потом,
потому что потом это будет скучное многочасовое занятие, особенно при вязании фриформ или ирландское кружево, когда ниточек и хвостиков очень и очень много. Поэтому у меня уже привычка прятать хвостики сразу. Второй ряд провязали. 12 столбиков без накида. А третий ряд делаю петлю подъема и вяжу за заднюю полупетлю. Вы видите, что вверху у нас образуется как бы цепочка. И у нее есть передняя полупетля, вот она, и задняя полупетля. И в третьем ряду мы вяжем все столбики без накида за заднюю полупетлю. Получился вот такой вот рубчик. Следующий, четвертый ряд я вяжу как обычно, то есть захватываю обе полупетли. Провязала 12 столбиков, делаю петлю подъема. И пятый ряд я вяжу опять за заднюю полупетлю. Именно этот прием позволяет нам делать рубчики, которые делают наше вязание более эластичным и имитируют резиночку, связанную спицами. И так далее. То есть нечетные ряды я вяжу за заднюю полупетлю, четные ряды обратные я вяжу как обычно. С лицевой стороны у меня получаются вот такие вот ребрышки, имитирующие резиночку, а с изнаночной обычная вязка столбиками без накида. Вы можете поэкспериментировать и сделать, допустим, резиночку, у которой будут ребрышки с той и с другой стороны. Тогда вам в каждом ряду нужно будет вязать за заднюю полупетлю. Что еще можно сделать? Можно изменить шаг вязания, то есть расстояние между ребрышками. Как это сделать? Вы можете увеличить высоту столбиков, то есть вязать не столбики без накида, а полустолбики или столбики с накидом. Тогда расстояние между ребрышками будет больше. Изменять высоту резиночки вы можете, увеличив или уменьшив количество воздушных петель в первой цепочке. Ну а длину изменять просто, вы просто вяжете полотно нужной вам длины. И в конце, когда уже резиночка готова, ее просто нужно будет пришить к другому полотну, что вы вяжете, или к свитеру, или к берету, к шапочке, чему угодно, швом через край. В конце видео я хочу вам показать свои работы, в которых использовала этот прием вязания резиночки крючком. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас ждет много интересного. А пока всего доброго, ваша Ольга.